Вань, ну что сейчас на душе, какие эмоции после такого матча? Да, хорошие эмоции, команда довольна, все рады. Но не стоит долго радоваться. Завтра 5 игр, выходить и побеждать. Как думаешь, чего так трудно начинали? Ну, не знаю, вышли как-то. Может, где-то немножко не собрались, но потом поговорили, и все нормально. Вышли, переломили, показали характер и выиграли матч. Я так понимаю, во втором перерыве нормальный разговор в раздевалке был? Нет, ничего вообще. Мы между собой поговорили, и все, вышли, выиграли игру. А в чем мы были сегодня сильнее норвежцев? Да во все. У вас классная шайба получилась в большинстве. Четвертая, она же победная. Это что-то наигранное? Ну, что-то получилось. Ну, главное, что забили, а там уже все равно как. Выиграли, все хорошо. Как сейчас физическая кондиция, готова через каждый день практически играть? Да, конечно, сил вагон, маленькая тележка.